Что там нет никаких проблем. Не. Сейчас вспомню. Четвертый вайт на ребре. Так и проблема у Бакса. Ну вот он написал по этому. Там. Это он выиграл плечи по ролу, да? Типа. Нет, не он. Нет, да? Не, не он. Блять, сцепились за плечи, я хуй. Бакс, давайте скинемся Баксу на Бабкину, которая могла бы получиться с продажи этих плеч. Ладно, что я зашел, просто Бакс написал, что не пароль отдал. Ну, пароль там отдал, да? Да, там кто-то позже кинул, просто когда уже передал. Жесть. Просто как дети малые реально сразу жалуются, куда-то бегут, что-то жесть просто. Ну, контроль там или го. Да врывайтесь. Этот, золотая стой. Где-то. Кстати, Вива, почему Ринкеля мог сбить? Олег. Вышел уже, наверное. Не сидел. Спасибо, Оленька. Что тебе выиграло, спрашиваешь? Ну, надоело водить райда по 4 часа, вот или ну. Ну, я решил переставить РТ на субботу, воскресенье, ЦЛКРС. Намекая на то, что в пятницу у вас не получается нормально пронести рейды. Судя по всему, он обиделся и из-за этого ливнул. Вот из-за этого, кстати, ливнул. Тогда для чего ты это спрашиваешь, если ты знаешь, не, что... Это я так предполагал насчет этого, может, мало ли, что из-за чего-то другого. Может, ему заебало играть, конечно. Поэтому... Вот, пожалуйста, ешьте. Понимаешь, чем проблема? Серверу уже 10 лет. 11. Двое людей, им просто уже надоедает играть. Начинаем. Да. Виталий, самый первый будет. Это было неразумное решение. А ты не знаешь, он в гильдии уже вступил какую-нибудь? Как вам такое? Или он решил без гильдии быть? Да. Скажу-ка. Задайте же. Вау. А что за хуйня? Боже. Что, друиды? Дресить? Никого поднять. Ну это можно ИГ поднять, мне кажется. Надо никого поднимать. Продайте.
Кто ее разбил, блядь? Мы убьем. Нет. Это был Ретрик Толбан. Толбан. Смотрю, ты перец хп у всех. Вы смотрели, секунд 6, наверное, умирали. Как у тебя дела? Что ты устоял? Толбан, ты не видишь дебаф свой? Роящиеся тени. Лагануло, я понял. Какая жалость. Жека, умирай давай. Хары бегай. Водка. Теперь не лагает у тебя? У тебя не получилось. Давайте бежим быстрее. Ебать, на ваш. Помогай резать. В общем, она сядет. У 10 человек миликов, которые у нас в рейде, наверное, ну, узкая площадь вот этого обзора, да, зрения, что вы смотрите только на рекаунт, наверное. Или на хп босса, или на панельку на 1, 2, 3 там, да? Хп свое не видим. Лепец в РК, прими там заявку, если увидишь ник Мармеладка. Есть такие. Даринка. Подходим. Баф даем. Все рыбы поели 10 секунд, давай. Руля нету. Где рыбка, где рыбка? Блин, сели на нее. Там мармеладки нету. Где? Где она? Одного руля нету. Это я переношу, переношу. А будет вообще не весь. Окей. Волшебно лок здесь. Тут она. Давайте чек на ИП. На ИП. Он на бафу.
Давайте начинаем. Это было неразумное решение. Я только попробую на вкус. Продайте же. Я пока не могу прочитать их заклинания. Надо подождать. Это тихо или не лагало? Тихо. Тишина и покой. Типка. Ладно, не надо. Я спел, короче. Рано спел, да? Нет, только сейчас. Я сак продал. Геру? Это дайте ману, пожалуйста, у меня же мана сила. Ой, залёшь не маны? Для учителя залил. О, уже гимн на ману спек. Забыл спек. Ой, шмот поменять-то. Помогите собрать. Там шея упала. На трэш идите. Рулим на ПВП. У тебя есть уже такое. Ух ты, как я в текстурке-то залетел. Красиво. Два покорителя ролим. На ШП обратно? Или на вальке остаться? До цели остаться.
там Кирагоса выиграла печеньку, а не маг. Я дам Тирагосе, маг, забей. Забей, я дам. Погнали? Обнажите клинки, соратники! Фрайкулы насмерть будут стоять за королеву льда! Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты для этого. Зачем попало имя? Довольно пустой болтовни! Прибыли наши герои! Или у Троба Рыб, это полипал есть? Нету. Блять, войска придут. Выйдите из льда. Слейте точечно там каких-то чух. Слава, по команду немного, они две ледяные сагрили. Блять, чё так дохуя их, алё? Как вы, блять, могли сагрить две ледяные? Без понятия. Да, тихо, бабло прожимайте, да и всё. Ну, шаману залить. Стой. Надо просто отойти, вы получаете вот дамаг, милики. Марлин, Бак, Сивиус, Снейп, Утроп, уйдите оттуда. Золотая, Морден, Бакс, Утроба хилите. Две цели проще захилить, чем да, мана нет. Тогда, наверное, падает. Я бэрну или все нормально? Просто кто-то играется, там нажал на дальних птичек на этих, решил трэш не спасывать. Долейте хоть маль... А, не долили, нет. Ну и так хитрость такая есть. БРов нету, бегите. Бегите, кто упал, да? Ты встаешь? Да, вышел немного. Гимн на ману читайте. Вставайте, кто упал, и бегите. Давай чек немного. Там в шаговой доступности. Выйдите со льда, милики. Выйдите из льда. Синие метки тоже будут. Не понимаете, наверное, волшебно. Северус Снейп, выйдите оттуда. Утроб. Утроба хильте. Макгрегор, Шурупчец, отойдите.
Зачем вы в нем стоите? Я фреш держу, я ж танк. Я на полшишечке. Это есть у кого еще инер? У меня КД. Покурю пока. Подожди, куда вы бегите-то? Буду типка есть на ману, а будет? Нет. Считай. Ой, это отойду срочно, походу, бля, судебные приставы пришли сейчас. Там 2 минуты 3, хорошо? Врывайтесь, танки. Терните от охотницы от рейда. Сейчас компу пацана заберутся. Утроп, не забирай моба. Я не забираю. Милики. Золотая, ты видела на профи такие оранжевые колбочки он ставит на пол, мензурки такие. На профи видела, что черт, я слово мензурки не слышал со школы, наверное. Видела, да? Ну вот от них метров на 25-30 отбегай, когда они появляются, нужно сразу выбежать оттуда. Ты умерла именно от взрыва такой мензурки. Хорошо. Я вспомнил этого. Game over lost. Мне кажется, Джерриан бы лучше объяснил. Все друиды в ману. Ты сам привел мне подкрепление. Квадрат. Сука. Все и навозила. Все жду. Верните наших братьев обратно в могилы, а потом мы покончим с ней. Нападай, гроза плети. Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом. Заберете с меня меч. Нажми на крок! Спекать из хилов. До типки уже 7 часов. А у тебя войск сколько? 9. У меня 4. Ой, да уже 2019. Дуду типка на рейде. Абуль на рейде, я на рейде. Остальные 5-е пати на вальке. Чек на пул.
Ты скажи им там за кем летать, там если холипал есть. Хатай в РК. Не. За шаманом летать. А холипал. Звезда. Звезда. Вообще это Войт, там дядька ко мне в гости приехал, поменяй меня, так? Вы должны мне помочь. Мои силы на исходе. Портусь был раньше с Левин. Вылечите мои раны. Огненный справа. Кокер зашел, спрашивает, нужен ли кто в ЦЛК. ФДК. Да не, ему лучше с нуля пойти. Макгрегор, а ты сегодня хотел в Геру пойти? Да. Извини, там за топоры, конечно. Ты будешь роли топор? Да. Блин, ну я не знаю, кем бы мне тогда пойти, я шаманом хотел. Но если я буду в рейдене, все равно не упадут, поэтому нормально. Могу вот этим палом сходить, поучиться. За звездой двигайся. Давление справа. Я открыла портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение, герой. Я пока не могу прочитать это заклинание. Огненный справа вверху. После этих даже Гера. Окей. Я не знаю, с чем это связано, но вот с тех пор, как начала играть БДК, мне так и хочется истерию на Валю кинуть. Ты кидай, не стоит себя останавливать. Нет, ну типа, это из такого же разряда, когда ты смотришь, ну типа, стоишь где-то на крыше, смотришь вниз. То есть я понимаю, что я этого не сделаю, но мысли есть. Что, блаз такой, да? Спасать с крыши? Ты просто истеричка. Сейчас бы за девку с крыши спасать. Забавно. Я думаю, что это будет опасно. Кидай сейчас. Сейчас кидай быстрее. Ай, не успел. Я бы даже не поворачивался, на самом деле. Линканите их ХПС. На четвертом месте, по-моему. Предбиз пояс ролим.
А кто на первом там? Золотая, зачем тебе этот пояс? Чтобы за охотника вспоминать. Ноги рольте. А буль в ДЦ остаешься? Все остальные в ДД. Рольни, что такое? Что потом мне говорили, типа, хуйню всякую. Ну хоть то ли не знаю, что ты. Вроде то. Заклинание еще не готово. Бегите быстрее вниз, лифт прозеваете. Охотник, тебе не поднять. Придется бежать. Бам-бам-бам. Вот, Роб, потанчишь трэш? Я хочу в АДК спернуться. Спасибо. Макгрегору надо писать, чтобы он танк спекался. А тут на этом трэше, не на который возле Синдре, а на этом только. Эмили, Гафферти, не заходите. Почему они тебе там хантра? Такая кто-то один, не хочет. Они не должны прорваться к Синдрагосе. А что это за прикол? В десятке или в какой-то сложности она так говорит? Они не должны прорваться. Нет, тут тоже это не мужик, это просто типа заниженный голос. Наверное, типа для разнообразия. Спахмяете. Блин, ребята, это кек. Что делать будем? Выйти надо, наверное, перезайти в инсту. Чё, Ро? Не. Прикольно. Сейчас я залечу в инсту, оно должно кончиться, ивент. Это, стойте, сейчас, дайте. Выйдите кто-нибудь с инста и зайдите. Там один человек. Все побежали. Надо выйти в бар, если встали. Да, бля, сейчас я, подождите-то. Я в коте быстренько сбегаю. Выйду. Ты не выйдешь с инста. Как это я не выйду из инста? Конечно. Ну, ханты там вы можете и бой скидывать. Ладно, сейчас тогда сделаем первый. Скинул бой. Ого. Что есть? Полетели. Че, Эмили? Офнулся. Он почему приехал, типа. Если это он говорил. Дедный пристав, который оказался за его дядькой.
После Эмили Бакс по осколку. А, у нас толков нету, это шипешники, если вы успеете, вы можете вызвать. Сайрите там дракончику. Кстати, я твою мать. Дом. Че на прикольше, да? Они стоят там на месте. Это не надо никого суманить. Блять, кто там вниз зашел? Утроп. Ну ты, блядь, красавчик, пиздец. Ну что, я выходил из инста, чтобы вам разбагать эту херню всех. Так уже же запустили, блин, мы уже били там. Ну никто не сказал ничего в РК вообще. Ну да. Все. О, голос изменился. Я же говорю. А мужик или нет? Меня полностью зависит. Это не мужик, это женщина. Кто? Чего это придет охуеет? Вы что, до сих пор на пауках? Вы что, не понял? Кстати, такой вопрос можно, чтобы ДК в 6К закончить без фрошмота? Да. Хорошо, потому что у меня его нет, я бомж. Джерри, он говорит, тоже бомж, однако 53-й срани-то продавал в чате. Ну точнее, просто я... забываю все время это сделать. 25 штук осталось ему. А, типа около 40к голда. Короче, звали квест, ну, знаете, квесты. Я, короче, не пошел, потому что тупой, блядь. Я боюсь, что я нихуя там не вывезу. Я такой говорю, типа, не, я... мне важные дела. Был добавить ссылка 25. Хант не умеет обидеть. Да никто не умеет. Хант не может выделить таргет. Вот. И на пипе этому так и щелкни, да и все, он сейчас сам побежит. О, видишь? Ага, вот так вот он и бегает. При... притяни дальнего, Амар. А меня на КД. Сейчас. Там сейчас дракончики прибегут. Одна пачка только. Давай вторую пачку тяни. Стойте тут, сейчас вторая пачка будет. Стойте, не идите туда.
Ничего я выбить не могу. Потому что он высоко. Не, он типа союзник. Может, ты это самое чпокался? Не вижу связи. Ты почувствуй, может, и быть. Прикинь, сегодня пришел. Тоже не сразу стали с нашими союзниками. Не сразу стали нашими союзниками. Все делать через костер. Сука, помню, как-то еду в троллейбусе, короче, сижу, сижу такой, и рядом сидит женщина, но она, блядь, спит, походу, а я с другом, и я думаю, ну все, блядь, надо поприкалываться, и я, получается, спит она, и я прям свое лицо прям напротив ее, прям вот к ней буквально, вот губам, короче, сука, она глаза открывает. Ай, блядь, было неловко, я сразу в окно такой смотрю, типа, да вон, я тебе говорю, это он своему другу. Она-то понимает, что, блядь, это пизда. Вот такая вот у меня жизнь насыщенная, понятно? Ребята, ближе сюда подошли, сейчас синдру сагрите. Золотая, демпир, талубан. Так ты что, с ней сосался, что ли? Ну, почти. Такой шанс проебал. Давайте, смотрим. Бля, если б мне её... Потому что пососался, если б не её усы. Рыбу поставила. Чек на чек. Где рыба? Внизу. Отпиваемся. Летим. Бушмот одеваем, кто танчит. Это Абуль, спекайся в ШП. Абуль, спекайся в ДЦ. Так у нас что, мы 5 хилов будем? Да. А мы тут... Кто танчик? Просто шмота дело? У меня нет, мне сказали, что я выжила. Северус Снейп, АДК. Да я танчила уже синдру без фрошмота, все окей будет. У нас 5 хилов, ты гонишь. Чек на пол. Так, мы с Сонкой били без АДК. Ну да, наверное, поэтому у тебя такой ДПС маленький. Это... Мы там именно 3 раза запускали, что тут? А, именно же у меня ушел. Ну ладно, бьем так, захиливаемся. Я танк спекнулся, если что. Ну, помогает. Чек. Давайте бьем, все равно ДК не будет. Ну что там, обкурились? Уйдите один оттуда. Грегор, иди в мелизону встань. Он уже сам бил, я свалю. А у нас 2 БДК, найс. Все нормально. 2 истерии. Вот правильно. Ну что, может, потанчите тогда вдвоем? Да, ты можешь хилом похилить людей. Беги, малышка, беги! Грегор, саку. Метки приготовились, до половины подбиваем. До половины. Друг от друга отошли метки. Вместе не надо так вставать. Или вы не понимаете? Справа близко. До половины метки не вижу, чтобы подбивали. Справа близко опять.
Почему правую бьют? Давайте, пул ДД. Поверни ее боком к рейду. Ебаный стыд. Что ругаешься? Мана кончилась. Третий. Освобождение третий раз. Ты на кого кидаешь стерео? Да не знаю, у меня ты был в макросе записан. Я на шурупца. Давай на фориков кидай каких-нибудь. Бакс. Стерео на шар. Метки друг от друга, 15 метров рейндж держим. Они вместе встаем. Черепок, квадрат. Справа близко. По центру близко. Близко по центру, до ступенек. Последняя справа далеко. Все в склеп. Давай, Геру. Стерея на шрубца. Вы правее не можете и готовили стаки сбрасывать. Так, Лина, ты поменяешь, да? Как звезда, вот так метку сейчас ставим и разбиваем. Ушли милики, а буль ставишь. Ушли все. Кто-то анчит сейчас. Ура! Подожди. Алло! Сейчас могу. Да. Разбили две метки. После притяжки ж менять, да? Метку подбросить, сейчас милики ушли оттуда. Милики ушли оттуда. Ну, сейчас иди. Помолчите, меня. Пожалуйста. Хвосту не ставь, тебя будет откидывать в рейд. Сместились в кружок все. Сместились в кружок, сейчас будет притяжка. Беги, малышка, не поднимаете слово кружок или вы его не видите? Поднимите меня. Давай, метку под босса, милики ушли. Поднимаю. Вы хильнули или под босса? Хил у меня. Отходите, милики. От хвосту не ставь так. Ты что творишь? Улов что ли, блин? Меняй на крэка. Чец волшебно. Я не знаю, как вы, ну не понимаете что ли, или что. Дампир под босса, милики ушли. Разбиваем глыбы. Влево выносить, вы чё, обалдели? Давайте, разбивайте глыбу. Троп влево. Все, стой дальше, не беги. РТД, разбивайте глыбу, милики босса пока. Беги, малышка, беги! Сильнее глыбу. Метку под босса. Вы что, гоните? Или что вообще? А ну может. Метку под босса сейчас. Разбивайте все склепы. Когда вы их разбиваете, прячьтесь за ними, чтобы на вас не стаковалась магия.
Под боссом метку бьем все. Куда? Давай, в сторону. Великий босс, РДД метку сейчас. Метку под босса сразу разбиваем. Милики ушли. Уйдите, милики. Шурики, я милики, блять, поебитесь колом. Ну ладно. Я молчу. Беги, малышка, беги! Шурпец вообще ни на одной метке не отбежал. Шурпец, ты первый раз что ли, бля, играешь? Ну пиздец. Давай, в сторону. Метка под босс. Удел смертных. Метку разбиваем. Босса метку. Вандерлоги под босса. Милики ушли. Вот красава. Вот человек знает, как надо вставать. Беги, малышка, беги! Сторону или как? Давай в сторону, добьем уже. Да, добивать тут миллион. О, наконец-то. О, тринка. А мне тоже надо. Так, минута 35 оставалось, добился. Может, доберешь кого одного? Твоешь налево. Это вы на мейн? Да. Обычно никому не нужно. Два защитника ролим. На личе портал ставьте. Спекнитесь кто-то в АДК. Не забудьте. Что там спекнется в СП, блин? 5 хилов. Блин, давай, Абуль, в ДЦ остаешься, хатай в сову. Не, у Абуля, блин, шмот тут получше, у меня вообще, блин, считай. На ком надо? Дрыг только один. Мармелад, я без чарика. Да спекайтесь вы, блин, вдвоем, мы в 3 хила захилим. Слава, мне писать еще на ДД роль? О, то есть на танка. Я не знаю. Я ж весь рейд шла танком. Короче, я роли на танк. Ну да. Это Абуль, спекайся. Давайте, ребята, финальная рыба. Вот она. Ой, а. Я танчу, да, получается, тогда тут? Да. Тыкайте на сумму. Нет, будет с 4 кг. 3 дерева, 1 хорошо. Блин. Да норму можно вообще в артру и аршаму захиливать. Но тут вообще хилить ничего. Комнату там будет забирать человек, надо будет его захилить. Ай, что его захилить-то? Да, здесь все знают, какими способностями сбивать касс в комнате. За своих классов. Престов там это... Как оно, сковывание нежити или как-то так. Блин, а я его просто выносил. Паустан.
И также есть разумные. Короче. Макгрегор, ты, короче, просто гости пришли, я на время отдавал людям. Но они тоже что знают. Сейчас я залезу, сейчас я сижу. У Лока надо Пьета позвать. У Ханта там есть этот Silencing Shot, он называется. Так, подожди. Вместо Макгрегора сейчас другой человек сел. Не-не-не, все нормально. Это просто на Синдре и на Вале на Шурупе сидели, ну, сидел не я. Я понял. Я. Почему вы такое делаете вообще? Я уже хотел ГБ начислять. Гости просто пришли, и, блин, надо было встретить. Ладно, давайте. А я уже хотел сказать, что девчонка стала лучше, чем ты играть. Даже пошутить не вышло. Из-за колонны вы видели чат? А то портопал за колонну, встань, будет центр портовать. Веди сюда поближе, на шип поставь его. РДД отошли в сову. Ебать, он вылез, не то. Совы, отойдите в сову, сова Хотау или как тебя там? Чума секунда, встали в звезду все. Маджик выноси, диспел. Ты диспелишь, учитель, если чё. Куда ты лечал? А чё я, блядь? Вы, блин, не могли сказать сразу? Поднимать. Диспелишь ты, если чё. Поднимай. Он не задиспелит. Поставь другого на диспел. Блядь, ты диспелишь, рубец. Ой, учитель. Чумасику. Блядь, а пока ты по имени найду, чё, блядь, чё, где? Давай, выноси сам себя быстрее. Диспел. Второй шаркающий, сейчас секу. Чума, 3 секунды, приготовься. Стоп, не хил, смотри, человек, кто выбегает. Внимание. Бакс, выбегай. Диспель. Маленьких забери с бакса. Забери вот этих маленьких. На них чума. На краю все. Троп нормально, там все станы есть. Дай тут подмату, пожалуйста. Ага. Значит, первую вальку станет вторая группа и четвертая группа у тропа. Первую волну. Вторую, четвертую, шестую станет третья группа. Свои станы не сливайте. Чё, задотайте шарфишку. Он не умирает почему-то. Вот, диспель себя. Сильнее дуб. Кек. Ставьте. Всё, стой. Или полуубил. Звезду стали все. Я сейчас станю кого-то? Да. Фулла УЕ отдаем. Вышли на танки. Не идите к лечу, не идите к нему пока. Иди сюда, к звезде. Значит, смотрите, первая, вторая группа налево бежите, вот сюда, вот это лево. Третья, четвертая, пятая направо побежите. Когда первая валька спустится, моментально побежите. Приготовились на счет 3. Раз, два, три, побежали. Вправо, лево бежим. Табличка осквернения, от нее отбегаем. Станы не вижу. Третья группа, ваш стан. Или вы что, не будем бить, да, наверное? Ну давай тогда лича бьем. Лича бьем все.
Сколько до осквернения? На рейндж вышли, РДД, милики с центра ушли. Милики ушли, 3 секунды осквернения. Милики вышли от лича. Вышли от лича, хатау, осквернение. Все в центр вернулись, звезду встали. Звезду встали. Сейчас отдаем УЕ, бьем валик, а УЕ бьем валик. Лужу разлейте. Пул ДД. Видели сейчас валик. Валики. Видели сейчас валик. Протопал в трусах. Все разобьются вальки. Все разобьются вальки. Веди лича на край. Сильнее лича. Отойдите от лужи. На край подходим. Только не уходите. Духа сейчас бьем. Рассоситесь по платформе. ШП, ханты, сфера. Мармеладка, уйди из-под морды духов в рейд. Иначе тебя убьет. Комнате за звездой сейчас, внимание. Сбегаемся в портал и по стене. В какой комнате? Где обычка? Разметку захиливайте. Мармеладка, собьешь в медведи каст. Слышишь, зайдешь в медведя, собьешь каст. Лирасовый этим топотом. Духа добили. Пошли за звездой. Милики, РДД ушли за звездой. Ушли с той стороны, где духи. Если он сейчас вырастет, не собьет, смотрите. Так, Бакс вышел. Вышли от лича. Там надо захиливать духа. Пошли на ту сторону, откуда пришли. Ушли отсюда теперь. Осквернение 3 секунды. Вышли милики из-под лича. Вышли все. РДД бегут вперед. Так, осквернение оставим. Идем все на эту сторону, где звезда. Духи летят. Труба, хильте сильнее. Теперь на портал идем. За звездой. О, захильте меня. Трону уходим. Уже за звездой уходим. Здесь добиваем. Осквернения вышли, милики. Вышел Бак. Отошли оттуда. Добиваем. Его эти ПДБ собрал. Вы преодолели все я. Так я тоже. Я топ ДПСер. Вообще думал, что я на последнем месте.
что движет вами? Праведность? Не знаю. Сейчас упадет гора, и окажется, что она тоже кому-то нужна. Лучших воинов, которых знал мир, и отдал их в мои руки, как я и рассчитывал. Тебя следует наградить за этот невольный подарок. А почему волшебно и Талбант стали? Может, она у них, может, и СС были. Они в ледяной короне. Волшебно упал. Блин, перебежал. Воскрешать их и превращать воинов в плети. Не лутать тогда. А ей, может, ничего не надо. Кого я, может, поймать, еще спрошу? Свет, даруй мне последнее благословение. Дай мне силу разбить эти окна. Ресник. Невозможно. Давайте скажем, не лутайте босса, сейчас суманем двух паладинов. Реально думаешь, что это сработает? Да я думаю, тут не им лут не надо. Какая им разница? Они чисто за ИП зашли. Ну скажем несколько раз, не лутайте босса. Поставим шкаф, суманем палов. Так им, может, ничего не надо. Я понимаю, вот так посмотреть. Лутанет, не лутанет кто-то. А, это тут. Помнится, кто-то там от Джарена 1к ГП славил за то, что по груху утонул. И утонули. Лутанули, ну как обычно, принцип. Рольте на мейн. Пойдешь налево. На фронте. Зачем ты покидаешь? Или ты заходишь? Захожу на ИП. А? Рольте на мейн. Рольте завоеватель. Думал как-нибудь. По ачивкам целка можно сходить. Или как-нибудь с экстрамас, например. Очень хороший. Кто еще на ИП? Прям человеком. Я захожу, подожди. Не могу пригласить. Стим Кэмпбелл в рейде. Что-то у меня все зависло. Ну можешь кидать, пока он отдельно кинешь. А, ну вот, мне еще накинули реально.